Я Маша Ефросинина. И уже 2 года я являюсь почетным послом Фонда народонаселения в Украине по вопросам гендерного равенства, домашнего насилия и проблем подростков. 2 года пролетели очень быстро и оставили в моей жизни навсегда неизгладимые впечатления. Первое, что я помню, что узнала, что я первая женщина, посол в странах Восточной Европы и Азии. Это наложило огромную ответственность и заставило меня сильно волноваться. Что я смогу сделать для женщин Украины? Как я могу быть полезной? И чем смогу им помочь? Я начала говорить. Говорить о проблемах насилия, домашнего насилия. Очень много и везде. Несмотря на то, что эта тема не поднималась долгие годы. Это здорово. Наши дети, наше поколение, они уже будут по-другому воспринимать. Именно потому, что мы сегодня это так подаем. Отовсюду и дома. Ми з вами не маємо більше права не помічати, як в Україні щорічно більше 1 мільйона жінок страждають від фізичного чи сексуального насильства. Ми більше не маємо права закривати на це очі, вуха чи двері, вважаючи, що якщо десь за дверима наші сусіди сваряться і ми чуємо, як плаче чи кричить жінка, це їх особиста справа. Ні, ми маємо доносити до суспільства, що це і наша справа також. Сегодня, спустя 2 года, на эту тему не закрывает глаза пресса, глянцевые журналы, первые лица нашей страны. Мы помогли девочкам и женщинам поверить в себя, разорвать круг насилия и получить необходимую помощь. И все равно моя ответственность не становится меньше. Я чувствую, что это только начало, и у нас впереди очень много работы. Мы продолжим наше партнерство с Фондом народонаселения в Украине еще на 2 года. Я хочу, чтобы каждая девочка и женщина в Украине, независимо от возраста, имела все возможности для развития, веры в себя и в свои силы, была защищена на всех уровнях от любого проявления дискриминации или насилия. Хочу, чтобы молодые люди развивались в нашей стране, были современными и видели мир без ограничений. Но все это мы сможем сделать только вместе с вами. Присоединяйтесь! We are very happy and very grateful to Maria Efrosinina for all the support she has lent to UNFPA and to the cause of fighting gender-based violence in Ukraine. I think that over this period of time, over these last 2 years, we've been able to achieve a lot, to overcome many challenges. Gender-based violence is no longer a taboo in Ukrainian society. There is social awareness now about this problem, and politicians are more willing to devote their political capital and resources to fight this problem. We are renewing now this partnership for the next 2 years, and I think that this is absolutely remarkable and fundamental in terms of consolidating the progress that has been made over these last 2 years. We still have many challenges until we can achieve a society with zero tolerance towards gender-based violence. But thanks to her partnerships, standing together against this problem, I'm sure we're going to get there faster and better and in a more sustainable way in order not to leave anyone behind.